Привет, это Тимик. Недавно мне подарили планшет Samsung, и сейчас я пробую в нем разобраться и рисовать. Мне не с чем сравнивать, так как это мой первый планшет. Единственной большой проблемой был Wi-Fi, который не хотел почему-то подключаться. Этот планшет может выйти вам в плюс-минус 30 тысяч. Стилус в комплекте, есть запись экранов. У Samsung есть свое приложение PinUp. Можно и порисовать, и найти хорошие арты, подписываться на других художников, а также участвовать в конкурсе. Этот рисунок я долго откладывала и начала даже не записывала, но свет выключили, зарядка была только на планшете и пришлось продолжить. Тут я рисую в MediBank, удобное и понятное для меня приложение. Я небольшой специалист в Digital, использую в основном только карандаш и акварель, как и в жизни. Мне кажется, эта часть совершенно неинтересна, так как я просто калякаю в трех слоях, как умею. Но если вам это интересно, пишите в комментариях, мне важно это знать. Калякаю я, кстати, своего персонажа Ангелочка, с ней даже вышли две главы комикса. Также с ней я в основном рисую иллюстрации. Вы можете найти мою группу ВК, Тимк. Вот что вышло в итоге. Спасибо, что досмотрели. Подписывайтесь, ставьте лайки. Также подписывайтесь на мой инстаграм. До встречи!